Вова! Совсем с ума сошла? Ты зачем сюда приехала? Блин, сама не слушаешь и другим не даешь. Да я слушаю. Я вижу, как ты слушаешь. Иди сюда поближе. Да кому это интересно? Это уже все прошлое. Это никого не волнует. Это история. Это наша память. Ты должна проявить хоть капельку уважения. Идите вы со своей историей. Что ты себе позволяешь? Глаза, чтобы мои тебя не видели. Раз вы так этого хотите, тогда я ухожу. Играете, да?
Контуженная? Понятно. Что происходит? Война! 43-й год. Мы в Ленинграде. Война, говорю! 43-й год! Мы в Ленинграде! Понимаю. Если хочешь, можешь у меня остаться. Меня Настя зовут. Володя. Можно просто. Вова. Ты что делаешь? Ты контуженная, ты что делаешь? Что я сделала? Ты же всю картошку почистила, она же испортится. Почему испортится? Мы же ее съедим сегодня. Контуженная. Ты недельный запас картошки был. Боже мой, что с тобой? Что с ногой? Ничего. Ну там же кровь, что же делать? Давай я попробую. Не лезь. Я из будущего. Слушай, что ты врешь, а? Я клянусь тебе, я из 2012 года, я сама не понимаю, как я здесь оказалась. Я нашла этот дом, случайно разбила одну из фотографий, висевших на стене. Кстати, на этой фотографии была изображена девушка, поразительно похожая на меня. А ты не можешь мне принести эту фотографию? Контуженная, ты че издеваешься надо мной, а? Мало того, что ты всю картошку почистила, ты еще и врешь мне. Да ты достал меня уж так называть. Я действительно не понимаю, как я здесь оказалась. И не знаю, как тебе доказать, что я реально из будущего. Вот, видел когда-нибудь? Что это? Как тебе это объяснить? Это наушники. Из них музыку слушают. Отсюда идет звук. А? Это iPhone. Ну, правда, сети все равно нет, так что он бесполезен. Классно? А это что? Я не знаю, как тебе это объяснить. Это еще сложнее. Я, честно говоря, даже до конца сама не понимаю. Я, кстати, знаю, когда война закончится. Че говоришь? Я знаю, когда война закончится. 9 мая 1945 года. Контужены? Да, совсем? Я же тебе знаю. Я же тебе говорю, что я из будущего. Мы в школе это проходили. Везет тебе. Ты в школе лучше. Я целый день на заводе. Еще нога, я вообще не знаю, чем делать. И ты еще всю картошку почистила. Пожалуйста, я правда не хотела. Ну, давай я помогу себе. Давай я перебинтую, мало ли, вдруг инфекция. Не лезь, а. Настя? Настя! Ну, что ты кричишь? Ты где была? На заводе. Ну, ты же сам сказал, жить на что-то нужно. Вот я и пошла работать. Блин, не понимаю, как можно целый день очень тяжело работать. Зато, смотри, у нас есть теперь ужин. Три картошки. Здорово. Ты знаешь, я не думал, что ты вам так успеешь. Ладно, прекрати, как нога? Маленькая. Слушай, ну давай я все-таки попробую перебинтовать. 9 мая 1945 года.
Откуда дали столько фотографий? Отец. Он до войны у меня фотографом был. Вот Зенитов остался. Он меня фотографировать учил. Слушай, а давай я тебя сфотографирую, да? Слушай, блин, я же такой вижу, мне очень хорошо. Да ничего, все хорошо, ты что? Вставай, встань вот сюда, вот, где светло. Вот вставай сюда, вот. Контуженная, конечно. Но мило. Вова! Володя! Вова! Здравствуйте! А что привело столь юную даму в наше заведение? Я пришла как волонтер. Вам нужна помощь? Конечно! Господи, нам как раз не хватает людей гулять с нашими подопечными. Ага. Вы мне кого-то очень сильно напоминаете! Девушка, а как вас зовут? Настя, точно, Настя, а куда ты тогда ушла? Ты меня помнишь? 1945 год, 9 мая.